кончилась либидо. Да ладно. Говорят, у Светы в 40 мужа нету. Ну и ладно. Говорят, когда за 30 нечего ловить, а за 40 только кошек можно заводить. Не рассчитывать особо на красивый торс, заменить просека утром на кефир и морс. Но оставив предрассудки, мы гудим вторые сутки. Дамы за 30 хотят влюбиться, не надо принцев, не важен принцип, хочется просто. Страх, и в полтос сбывает в жизни чувственный размах. Королев боятся слуги, а не короли, и все возрасты подходят.